Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини и Стик. Сегодня 29 апреля 2020 года. И нашим малышам Энтони исполнилось 4 месяца. Сегодня у Энтони день рождения. Поздравляем его с днем рождения! Красавцу Цезариону и Цериусу исполнилось 7 месяцев. Поздравляем парнишек! А нашей куколке Чейси исполнилось недавно 5 месяцев. 21 апреля Чейси исполнилось 5 месяцев. Обратите внимание, какая некрупная Чейси. Шанель и Энтони по 4. Вот это 4 щеночка, которые находятся в продаже. И это 5-й щенок Цезарион, который по размеру меньше, чем Чейси, который 5 месяцев. А по возрасту старше ее на 2 месяца. Если вы хотите гарантированно некрупную собачку, как многие хотят, мини, то маленькая у нас Чейси получается по весу. И Цезарион по весу и по размеру маленький. Цериус у нас стандартненький. Энтони будет не меньше 3 килограмм. Шанелька весит в 4 месяца 2 килограмма. Тоже девочка будет нормальная, стандартная. 5 щенков на сегодняшний день ждут мамочек и папочек. Это Цезарион красавец, которому сегодня исполняется 7 месяцев. Маленький, курносенький, красивенький. Вот такие все ребята социализированные, активные, веселенькие, игривенькие, полностью привитые, карантинчики все пройдены. Малыши ждут мамочек и папочек. Ребятки без брака и без дефектов, с импортными предками, хорошими проверенными генами, цветная генетика. У всех ребяток потрясающе красивые окрасы. У Чейси, у Энтони коричневые носики. У Шанельки, конечно же, тоже коричневый носик, так же, как у Цезариона и Цериуса. Это мама Шанельки. Шанелька, вот она, недавно исполнилось 4 месяца. Вот такие все веселые, контактные, ласкательные, играющие малыши ждут своих мамочек и папочек. Напоминаю, что наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Но это не говорит о том, что вы не можете купить у нас щеночка. Вы можете приобрести щенка в нашем питомнике и либо сами приехать забрать своего питомца, либо договориться с каким-то службой курьерской доставки, оплатить их услуги, и вам привезут щенка на дом. Шанелька ревнует. Говорит, я сама хочу поиграть. Вот эти 4 щенка продаются, и вот этот малыш. А это мама Шанельки шоколадная, это дед Борис. Энтони зовет Чейси играть. Шанелька ревнует, говорит, я с ним играю, Лилуша уехала, мне скучно. Цезарион смотрит на них с высоты своего возраста и говорит, какие-то вы, ребята, странные, какое-то у вас поведение непорядочное. А Цезариончик, возьми Цезариончика на ручки. Да, беленький. Вот сюда, по соотношению к человеку. Нет, бочком. Вот. О, вот такой вот мальчик у нас. Ягоза. Он ягоза, да, но он очень любит ручки, он любит поцелуйки, ласкульки. Но ягоза, он такой подвижненький. Все, можно отпускать. И Чейси возьми на ручки, чтобы размер показать по соотношению к рукам человека. Какие мы по размеру. Можно и Энтони, но Энтони тоже такой прыгучий. И Шанелька прыгучая. Вот кого поймала. Она очень прыгучая тоже. Вот кого поймала. Очень и целовательная, и тут же это прыгучая.
Но вот этот 4-месячный щенок, он еще вырастет. И вот Энтони тоже. А Цезариончик уже вырос и тоже на ручке хочет. Вот так по соотношению к руке человека смотрится. Стандартный кобель коби-типа, как Бориска. Вот у нас Бориска чемпион. Стандартный коби-типа, широкий, костистый. Бориску тоже на ручке? Нет, Бориску можно не брать на ручки. Бориска уже видели, видео есть на канале нашего питомника Бориска на ручках. А Цериус, он 3-килограммовый. А вот его брат 2-килограммовый, гораздо меньше. А это наша Ксюша, мама Шанельки, тоже такая толстенькая собачка. Ксюша просто любит покушать. Ксюша небольшая собачка, но толстая. Сальце. Хрюк-хрюк. Вот такие замечательные щенульки ждут своих мамочек и папочек в нашем питомнике. Если вам понравились наши чишки-малышки, не забывайте малышам ставить лайки. Они сегодня именинные пирожочки. Давайте пожелаем им всем здоровья. И побыстрее найти себе самые-самые лучшие ручки, самых любящих и заботливых мамочек и папочек. Кто не подписан на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео. У нас ежедневно выходят на канале нашего питомника новые видео не только о жизни наших собачек, но и других животных, живущих вместе с нами. И для кого-то, возможно, наши видео будут не только интересны, но и полезны. Поэтому приглашаем подписаться. А с подписчиками нашего канала мы не прощаемся. Мы сегодня увидимся в новом видео. Распаковка посылки нам прислали подписчики нашего канала «Весы для собачек». Ой, и мы сегодня, Боря. Как только дойдем до почты, заберем посылку и будем тут ее тестировать и демонстрировать. Подарок от нашего подписчицы Натальи. Ой, Боря. Ой, Боря, ой, Боря. Всех воспитать он должен, этот Боря. Вот, вот, царь горы. Всех воспитал, всех, все тут. Ну, что это, деда, деда. Ну, деда, деда. Бориска.